Спортивные туристы из Мариэл стали лучшими на первенстве России. Наши ребята первенствовали на соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В соревнованиях, которые завершились на днях в Ростовской области, республику представляли 12 спортсменов. Они привезли с первенства России среди юниоров россыпь наград. В парных соревнованиях среди девушек победу одержали Ксения Мубаракшина, к слову, 12-кратная победительница первенства России, и Екатерина Николаева. Среди юношей стали лучшими Руслан Урдяков и Михаил Тарасов. Дистанция была достаточно сложная, 4-го класса сложности. Соперники были для меня не столь высокой квалификации, поскольку они были до 21 года, и на соревнованиях выступало всего 5 мастеров спорта, 4 из которых были наши спортсмены. Одна девочка была из Санкт-Петербурга. Все задуманное получилось, но мы очень сильно и очень долго готовились к этому старту на протяжении 2 недель. Нас в Ростовской области ожидала такая жара по 30 градусов, как бы вот это было не очень привычно, с одной стороны, но с другой у нас здесь тоже, как бы, ну, температура соответствующая. Был неплохой рельеф, к которому, в принципе, были готовы, но все равно он дал себе знать, то есть, как бы, на таких горных дистанциях тяжеловато работать. Вот. Конкуренция на соревнованиях всегда большая, тем более это российский старт, это первенство России, и, как бы, ну, есть достойные спортсмены. К слову, великолепная четверка из Мариэл, члены юниорской сборной России. Все носят звание мастеров спорта. Добавлю, что наши ребята получили путевку на первенство, став лучшими на туриаде, проходившей в Саратовской области.